Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко, скончалась на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой. При этом Александра Ильинична за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, став настоящим профессионалом своего дела, великой певицей-народницей. Говорится в сообщении, размещенном на сайте театра «Русская песня» от имени Надежды Бабкиной и коллектива театра. В театре отметили, что певица занималась сохранением и популяризацией среди молодежи народной культуры и традиций. Стрельченко родилась 2 февраля 1937 года. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.